Алан, как ты относишься к казахстанскому футболу? Я думаю, так же, как и все, причем с каждым днем, наверное, все больше и больше у нас болельщиков. Uh-huh. Смотрю, наблюдаю за играми, по возможности, даже бываю на стадионе, если хватает время, болею. Uh-huh. Ну, а какой твой любимый не казахстанский клуб? Ну, дабы, наверное, не разбудить фанатов по ту сторону экрана, я промолчу и эту тайну оставлю при себе. В общем, я болельщик. Хорошо. Какой твой любимый клуб из казахстанских клубов? Конечно же, Кайрат, Шахтер, у нас их достаточно, причем команда достаточно успешная, я рад за них очень. Понятно. Ну, собственно, вопросы все эти были неспроста, не просто так. Сейчас у нас в студии находится человек, который расскажет тебе очень много о твоем любимом спортивном клубе «Кайрат». Итак, у нас в студии наш гость Нурлан Мухамеджан. Доброе утро. Я думаю, доброе утро, коллеги. Наверное, хотелось бы начать с самой хорошей новости. Уже сегодня возобновляется чемпионат казахстанской премьер-лиги по футболу. О, отличная новость. Можно уже отправиться тогда на стадион, чтобы поболеть за наших. Ну да, это смотря, конечно, за какую команду вы болеете, но... Сначала хотелось бы, наверное, подытожить итоги первого этапа. Например, алматинский «Кайрат» стал самым посещаемым клубом первого этапа чемпионата страны. В домашних матчах также лучшим был «Кайрат». Игры алматинцев посетили 131 300 зрителей. Всего 132 матча первого этапа чемпионата посетили 456 850 зрителей, что в среднем составляет 3461 человек на матче. Главными звездами чемпионата Казахстана в премьер-лиге, подтвердившими свой статус на данный момент, является легионер из «Кайрата» ивуариец Жерар Гоу, ну а также его партнер бразилец Исаэль. Колумбийский полузащитник Астаны Рохер Каньяс также доказал свою состоятельность. Также большинство специалистов отметило и игру столичного серба Немани Максимовича. Из казахстанцев порадовали неувядающий Нурбол Жумаскалиев и Максат Байжанов. Шикарная информация. Для всех большая гордость для всей страны. Ну а что с голами-то? Кто у нас, например, лучший бомбардир? Ну, самый забивной у нас, конечно, нападающий алматинского «Кайрата» ивуарийский нападающий Жерар Гоу с 18 голами. Следом за ним идет Лука Роткович из Кокчетауского Окжетпеса с 10 и с 8 голами на счету новобранца алматинцев серба Джорджа Диспотовича. Ну а я слышала, что прошла жеребьевка отборочных групп к чемпионату мира 2018 года. Там Ахпал, по итогам жеребьевки Казахстан попал в группу Е, где соперниками будут команды Польши, Армении, Румынии, Дании и Черногории. Угу. А свой первый матч подопечные Юрия Красножана проведут в сентябре 4 числа против Польши. Попали в группу Е, так хочется после этой формации сказать «Е». Yeah. Так какой, на какой стадион нам всем отправляться нужно? Конечно, Лан, уже сегодня состоятся матчи 23-го тура казахстанской премьер-лиги. Актобе сыграет дома с чемпионами Астаной. В Шымкенте местного Ордабасы примет «Кайрат». Тур продолжится матчами в субботу 15 числа. Атырау на выезде в Павлодаре будет доказывать свои претензии на медали в матче с Иртышом. Костанайский «Табола» постарается порадовать своих болельщиков в матче с «Жетысу», «Шахтер» и «Окжетпес» в очном противостоянии выявит сильнейшего. А «Кайсар» дома поборется с «Таразом». Шикарные новости, только радует, но надеемся, что наши футболисты не будут останавливаться на достигнутом. И все зависит от нас, дорогие друзья. Отправляемся на стадион, болеем и поддерживаем нашу команду. Давайте встречаться на стадионе, конечно. Обязательно.